для привлечения инвестиций в геологоразведку и в дальнейшее недропользование мы должны иметь возможность конкурировать на инвестиционном рынке, создавать необходимые привлекательные условия. И очень важно, чтобы наша база данных она была на международных рынках и на биржах основанием для этого привлечения инвестиций, то есть чтобы инвесторы доверяли этой базе. Для этого мы последние два года активно с Организацией экономического сотрудничества проводили работы по анализу рынка геологии, недропользования и определили, что одним из основных препятствий является несовершенство, а также трудность нашего законодательства и подзаконных актов. И по рекомендации УЭСР одним из основных рекомендаций является именно изменение законов по недропользованию.